В отдел полиции Мамлютского района поступили два звонка от 33-летнего мужчины и его односельчанки. Оба обвиняли друг друга в оскорблении нецензурной бранью. Полицейские выехали на место. Убедившись, что у мужчины налицо признаки опьянения, повезли его на медицинское освидетельствование. В служебном автомобиле сельчанин повел себя агрессивно, мешал водителю, пытался открыть дверь во время движения. Разъяснение об ответственности за неповиновение он проигнорировал. Стражам порядка пришлось применить наручники. Освидетельствование показало наличие опьянения. Конфликт между супругами завершился примирением. Однако, по факту неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов в отношении сельчанина собран материал по статье 667 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф в размере 30 месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 15 суток.